Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее. Вот так вот бывает, когда мозг зависает. Проверь колокольчик, нажал ты там, не нажал, уведомления тебе, дружище, приходят, не приходят. Это очень важно, если тебе не безразлична судьба канала, как бы, потому... Ну, я знаю, ну, короче, я запутался. Что со мной происходит? Так. Есть две категории людей, ну, три категории людей. Те, кому вообще пофиг, это ваше право. Те, кому вроде как бы пофиг и вроде не пофиг. И те, кто реально там болеют за меня, спрашивают, князь, почему у тебя подписчики не прибавляются и так далее. Вот кому реально не пофиг, ребятушки, пожалуйста, проверьте колокольчик, поставьте в настройках, чтобы там все уведомления приходили. Поддержите все княжеским лайком, выпускаю для вас третье видео за сегодняшний день. И, скажем так, трудно, обновление вышло, плюс я еще сегодня занят был своими делами, еще ребенок на мне сегодня висит. И реально, там еле-еле, как только окошко какое-то находил, сразу бежал, видос снимал. Я не жалуюсь, но это я к чему говорю? Я просто сейчас отмазываюсь, потому что я по плану хотел сделать сегодня прокачку силы, елки-палки, наконец-то, пора бы уже, но планы, во-первых, поменялись, времени не хватает, и сегодня, я думаю, наилучший, наверное, день, чтобы взять и приобрести, грубо говоря, леди божество и осуществить, скажем так, мой последний донат на ближайшее долгое время. Так что усаживайся поудобней, заваривай пельмешки, лепи печенюшки, погнали, погнали, друзья. Я даже не знаю, с чего начать. Просто как бы мне уже реально стыдно, потому что... Смотри, по силе, да, и плюс мне силу надо качать, и нужно как бы донатить, я просто разрываюсь, вот я сейчас смотрел, я по сути последний, ребятушки, по силе в гильдии, конечно, я не на последнем месте по битве гильдии, я тут-тут-тут сливаюсь редко, и надеюсь, сегодня не сольюсь, но тем не менее, по силе последний, в списке обычно там 69-е у меня место, грубо говоря, потому что есть ребятушки, которые, ну, всегда сольются, вот, разные ребята, знаю, один день другой, третий день третий, вот, и все меняются, и как-то не сливаюсь, у меня получается еще на битве гильдии не быть последним в списке, но тем не менее, это не отнимает того, что нужно качать силу, и, к сожалению, сегодня я силу прокачать не успею, потому что, ну, теоретически, наверное, мог бы, но, опять же, вам же нужны видосы, вам же неинтересно просто смотреть на какое-то мое балабольство, нужна же какая-то движуха на аккаунте, потому это, знаете, вечное проклятие, грубо говоря, ютуберов, но не суть. А что я сегодня буду делать? Я сегодня, во-первых, буду, вот, стараюсь тут участвовать, по чуть-чуть донатить, чтобы забрать вот эти вот ништяки. Камни пламени очень актуальны для моего аккаунта. Они копились, чтобы взять. Ну а как копились? Их по сути не было. И вот последнее время, когда донатил, ковырялся, плюс там халява, бонусы, они увеличились до 8000. Вот, и как бы они типа есть. Далее, что у нас получается? И как бы в один момент это можно взять, все будет прокачать. Я реально хотел заняться прокачкой силы, допов гнать на 10-й прорыв. Ну, потом посмотрел вообще, что сегодня предлагают по акциям. А вы же не забывайте, у меня леди божество почти собрано. Я сидел такой, ломал голову. Я, конечно, могу взять, открыть там 2 допа. Но, опять же, все равно потом рано или поздно придется освобождать место для леди божество. Лучше тогда уже логичнее взять и купить леди божество, уже занять ей место и все, и не парить свой мозг, как говорится. Но там же и отдельно вам леди божество прокачай, сними то, сделай это, сделай. И потому сегодня мы просто закупимся, получим леди божество, друзья. Пройдем по акциям, откроем ништяки, ну вот такое вот видео, потому что, опять же, затягивать я его не могу, потому что его нужно выпустить перед стримом, который скоро уже должен начаться, а именно где-то в 9:30, вот, закончу с этим видосом, покушаю с ребенком, точнее, покормлю ребенка, искупаю, уложу спать, и тогда начну стрим. Я надеюсь, в 9:30 где-то все это дело начнется. Ладно, что у нас по покупкам? По покупкам акции, конечно, сегодня редкостное говно, но по-другому не может быть, потому что у нас есть такая вещь, как «Собери сам». Вот. И мы сегодня будем участвовать в этом «Собери сам».
А именно нам надо 40 осколков Леди Божества. То есть, что мы делаем? Мы делаем вот так вот. А дальше у нас уже большие вопросы, что нам докупать. У меня 4000 к ней, ну, как бы и кулачки, по идее, нужны будут, да, когда там питомцев буду прокачивать. И много чего надо будет. И вот эта вот штука, по идее, тоже нужна, потому что на питомцах тоже можно бустануть силу. Все надо, все надо. Но я боюсь, что, может быть, мне не хватит книг. Потому что у меня в конечном итоге окажется около 10000 камней пламени. И все-таки нужны книжечки. Потому, наверное, возьму, закуплюсь книгами. Вот. А может быть и нет. А давайте сначала мы возьмем, откроем все ништяки, что у нас есть. Оттуда по-любому что-то навыпадает. Ну, отсюда как бы понятно. Что ничего не понятно. Так, и... Там я схватайки на халяву получал. Лично какие-то, конечно, эти уже сундуки с бонусами стали бесполезны. Вот реально, я сидел около этой акции, собери сам, ломал голову, что же, блин, приобрести-то, а, вообще? Чё, блин, приобрести? Так. А завтра уже постараюсь выпустить даже две прокачки. Одна прокачка Леди Божества, а другая прокачка Берсеркера. К сожалению, не на моем аккаунте Берсеркер. Вот такие вот дела. Окей. Дальше мы это открываем. Ох. Подожди, мне тут вообще маскировка выпала. Мне маскировка нужна. Нет, она, смотри, она из принципа не падает. Это что, это супер редкая эмблема? Или что? Ну вот, что это? Как это вообще понять? Я не вижу, может быть, я долблюсь в глаза, но я не вижу маскировки. Так, отсюда мы всякую херь подняли. Так, отсюда что у нас? Окей. Дальше. Тут мы вот это вот все дело открываем. Тут все это дело открываем. Окей. Есть. Так, ну в принципе ништяки как бы. Ну посмотрим. Зато мы увидим, сколько ништяков мы получим, грубо говоря, с доната. Вы посмотрите. Тысяча этих кристаллов. Так, это мы тоже расчехлим. Это мы тоже расчехлим. Так, золото и маны у нас дофига накопилось. Это мы не будем расчехлять. Вот это расчехлим. Так, ну, 5500 книг. Ну, по идее, ну, как бы должно хватить. А с другой стороны, что тогда закупать? Помимо Леди Божества. Очень много вопросов. Это можно вообще продать будет. Ну, это ладно, это потом... Да, я ж профукал шар. Вы представляете? Я профукал шар. Лох. Лошапед просто. Так. Вот, 9000, этих 214. Окей. Дальше. Ну, смотри, 6000, а этих только 1000. И печенье к 2000. Маловастенько. Маловастенько, друзья. Может, этой штуки закупить, типа, попробовать на питомцах силу поднять. Вот, я думаю, книг должно хватить. Ладно, давайте, не будем тормозить. А, собери сам. Так, собери сам, перейти, набор 3. Тут это мы, допустим, 2 Леди Божества. И 2000 вот этой вот синей фигни можем получить. Да, печеньки здесь продаются. Печенек здесь нету. Или могу 2000 этой штуки получить. Или же могу. Ну вот эти вот камушки для прокачки судьбы тоже нужны. Ну насчет них, наверное, париться не буду. Слушай, они получаются такими Нифигово дорогими. Ну как бы ладно. Так. Ну давай. Допустим. Ну окей, допустим, так вот. Пускай будет, посмотрим просто, что у нас там с питомцами происходит. Попробуем так закупиться. Ну вы пишите в комментариях, что вы думаете. Так, ну первая покупка прошла успешно. 5000 самоцветов ребята получили. Но мы идем сразу ко второй покупке. То есть
Нам нужны еще камни пламени. Нам нужно качнуть силу. Я уже должен выполнить ачивку в миллион. В миллион, ёпта. Так, набор 2 это получается, да? И в наборе 2 мы, конечно же, покупаем камни пламени. Что тут еще есть? Печенек здесь ничего нету. Ну, так, окей. Окей, ладно, давай. Так, раз, два, три. Так, 6000. 6000. У нас будет где-то 16, 18. Слушай, а ведь реально может книг не хватить. Да, вот это будет, конечно, завтра обидно. Ну, посмотрим, посмотрим, ребят. Вы пишите в комментариях, хватит мне книг, не хватит. То есть потом подведем итоги. Давай, берем. И, ребята, полетели. Так, все, закупились. Просто, просто жесть. У меня сейчас тут списание. Блин, так жалко, вы себе поверить не можете. Плакать. Плакать хочется. Сколько у меня денег-то осталось? О, божечки. О, божечки. Так, 6 тысяч значков почета мы получили. О-ля-ля. Так, а что такое видео долгое, а? Значит, я много балаболил, наверное. Окей. В конечном итоге купили 6. Ну, ну, вот так вот. Ладно. Дальше. Леди Божество. Стой. Леди Божество, да. Я уже побоялся, что я там в расчетах на колосса. Леди Божество, иди сюда. Дальше. Герой. А, у нас нету места. А мы можем это место, наверное, расчехлить, да? Смотри, Леди Божество, иди сюда. Можете поздравить, у меня появилась Леди Божество на аккаунте. Е-бой. Так. И как бы еще одно место открываем. Все, и туда пойдет уже непосредственно доп. Так, ее мы будем уже качать совершенно другой день. Так, подожди. Завтра, то есть, ежедневный вход. По акциям? Акции, акция. Что у нас? День замковладельца, войдите в игру. В игру, в игру я уже входил. Сегодня и не раз. Найм редких героев. Здесь я награду забирал. Награда, просто вы... А, это не сюда, это он даже просто меня откидает, потому что у меня очков нету или что. Короче, я ж ролил героев, пока записывал обновление, видос, и потом захожу в этот найм редких героев, подожди, или типа ежедневный бонус, привет, весна, где-то временное время, время обновления, награды. Заработай на героях, такая херня там дается, просто такая... Такая херня. Так, найм редких героев, давай. Да не сюда, я что, я что? А вообще, я в принципе, тут найм редких, подожди. Привет, весна. Вот, по сути, как бы я ничего и не получу. Сколько у меня тут? 4. А, 3 попытки, 2 карты группового подземелья. 3000 значков почета. Золотой ключ, боже. Боже, какой стыд, айджиджи. Что у меня вы тут, что вы мне тут предлагаете паковать? Сколько у меня попыток на эту ковку? Супер питомцы. А сколько вы даете? 2 ящика Валентины? Ну давайте, это что, шанс успеха? 4, 17, тут что такое? Непонятный подарок. Давай, 2, вот смотрите, 2,5%, да? Как бы, ну, это все равно беспонтовая херня. Даже вот шанс 50%, он там не 50%, скорее всего, ничего не упадет. Потому нам, конечно, терять, в принципе, нечего. Давайте жмем сюда. О. Ковка не удалась. Что и следовало, ребята, ожидать. Так, подарки тут. Господи, в событии участвует... О! А я ничего не могу забрать, да? Ну, классно, что, спасибо. Значки почета. Раздача значков почета за заказы. Серьезно, вы в 2020 году раздаете значки почета? А, они что, мне начисляли, да? Идиоты просто. Вот, вот этим вот вы хотите заинтересовать, да? Значки почета. Господи.
Ну все, а больше акций никаких и нету. Привет, весна. Какие события. Просто... просто жесть. Так, окей, выйти. Дальше. Что у нас тут? Просто вот это я с акций собрал, так собрал. Никогда такого не было. О, вот это вот супер подарки. Вот такое у нас видео. Так, смотрим, что у нас по результату. Да, вы уже в комментариях пишите. Смотрите, 5500 книг. Кажется, это все-таки будет мало. Да, и 18 где-то тысяч у меня будет камней пламени. И я думаю, что из-за того, что мне нужна сила... А, 17 тысяч. Из-за того, что мне нужна будет сила, я буду вынужден не прокачивать на максимум Леди Божество, да и не смогу я ее на максимум прокачать. Придется как-нибудь ее, наверное, до 15-го прорыва прокачать. Вот, а остальное на допов впустить. Но это вынужденный шаг, потому что, ребят, надо сила. Надо сила. Кикнут меня с гильдии к чертям вообще. К чертям кикнут меня с гильдии. И будет, конечно, очень грустно. На этом, я думаю, все. Вот такое вот видео у нас получилось. Акция, конечно, дикая. Полная, да? Вот. Но, тем не менее. Завтра надо будет какой-то пакет купить. Ну, здесь такое. Здесь такое. Подожди, а тут сюда есть вообще шанс выпадения маскировки? Что я вообще маскировку-то здесь и не вижу. Или я долблюсь? Да, может, ее как бы так и не выбьешь. Может быть, она только где-то отдельно, определенно, за донат. Вот. Ну, здесь эта карточка мне тоже... Ну, короче, это вся херня полная. Вот, а тут как бы... Тут, ну, камень судьбы, самоцвета. Ну, не знаю, вот я ради этой штуки как бы шел. Потому что остальное тут такое. Здесь тоже беспонтовая вообще фигня. Беспонтовая. Все беспонтовое. О, подожди. У меня затрату самоцветов. Опа, а тут еще я могу бонусы забрать. А, это купить определенное количество самов. А, то есть мне еще надо купить чуть-чуть самов. И тогда я вообще все заберу. А, стой, и 150 вот этих вот замков. Опачки. Слушайте, а это уже хорошо. Слушай, это уже хорошо. Подожди, сколько мне самоцветов не хватает? 490 на 800. Мне надо еще 310 самоцветов. 310 самоцветов. Давайте быстро тогда купим. Так, ну что, ребята, купил. Посмотрел, там паки за 188 рублей. Но в собери сам, там херня полная ненужная мне. На базаре тоже купил самый-самый дешманский. Вот, ну тут уже хорошо. Тут уже хорошо, давай собираем. Так, трифит, это, конечно, да, это супер бонус. Тут, о, 50 пыли. О, божечки. Так, все собрали. Так, что у нас тут? Опа, и вот это мы получили. Главное, главное, ребят, сундуки. Сундуки, это очень круто. Из сундуков мы сейчас получим очень много всего. Смотри. А, так, это у нас какой? Четвертый, пятый, шестой. Вот это давай откроем. Ой. Какие красивые камушки нападали. Жалко, вот этих вот мало упало. Так, теперь давай вот это откроем. Так. Отлично. Теперь вот это откроем. Тут уже... Ой, и как книжки-то полетели. Шикарно. Хорошо, что я все-таки книги не покупал. Отсюда... А, вот отсюда, видишь, книги... Отсюда книги могут и не упасть, да. Ну, точнее, они отсюда и не падают. Да, вот сейчас, наверное, точно книг не хватит. Сейчас получу камней пламени. Хотя... Сколько их там получу? Ну, сейчас подведем итоги. Не. Ясно. Тут мешок с эмблемой Prime. Вот, это, вот здесь бы маскировку, а? Вот здесь бы маскировочку десятую. Хоть раз... Хер мне, а не маскировка. 8000 самоцветов. Так, итого у меня уже 56. Так. Да, вот этих камней не особо будет хватать, зато вот этих нормально. Когда силу буду прокачивать, судьбы накачаюсь...
Так, что у нас тут? 21 тысяча камней, 21 тысяча камней и, ребята, 6700 книг. Ну, буду надеяться, что все хорошо. На этом, ребятушки, я вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, что вы меня смотрели. Приходите на стрим, он уже, наверное, уже начался. Может быть, вот-вот скоро начнется. Всем, ребятушки, удачки. Вот, и пока. Вот такой вот видос получился. Надеюсь, долго донатить не буду. Хотя долго донатить не буду. Денег-то нихера нету. Всем чао и пока.